Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру «Черепашки-ниндзя-легенды». Ежедневные награды за Лигу Сёгунов «Одна звезда» я забираю. Переходим с вами в магазин, открываем бесплатно колоду. И нам ничего здесь не достанется. Понятно, не стоит переживать. Задания сегодня я все выполнил. Остается нам час 40 для сброса. Так, турнирка. Ну, естественно, пойдем на турнирочку. Давайте. Так, Лига Сёгунов «Одна звезда». Ранг у меня 67-й. Поэтому, ребят, нам нужно с вами подниматься повыше. До мастеров по любасику нам нужно добраться. Так, Денис, Люси и Франциско. Франциско. Я думаю, что мы начнем с вами, пожалуй-ка, с Дениса. Так, я смотрю, максимальный уровень здесь 55-й. Я беру Леонардо. Так, тихо, зэк. Леонардо я возьму, ребята, у меня откатов нету, так что один раз я только могу им воспользоваться. И хочу отыграть, пожалуй-ка, вот этих вот персонажей. Супер Шреддера, классический Шреддер, да, Крэнк, и это у нас Лео. Я надеюсь, что у меня сейчас получится всех победить без потери. Ну а дальше уже будем без Леонардо. Ну там у нас есть еще Усаги, не забываем, Железная голова и так далее. Так что, возможно, мы сегодня немножечко продвинемся все-таки вперед. Так, вертушка. Ну и, как видите, удачно остается добить только лишь Донателло. Вот, Шреддер классика, сделал его, порвал просто-напросто, и мы сразу двигаемся дальше. Надеюсь, сегодня мы дойдем с вами до Сёгуна 3 звезды. Мне бы этого очень сильно хотелось, надеюсь, как и вам. И будем сегодня проходить еще одно испытание. Я думаю, что День Лео. Да, скорее всего, именно этот будем проходить, как говорится, круг. Ну что же, Луис. Тут у нас кто? Кристофер. Как он выглядит ужасно. И Андрюха. Хм. Слушай, ну по идее тогда нам выгоднее взять вот этого Криса Тафера. Там и уровень слабенький, да и серебро все-таки, да? 40... А, 50 уровень максимальный. Значит, что мы с вами делаем? Возьмем Шреддера, морзимую кошку здесь возьму я. Также мне понадобится здесь Тимми. Возьму сюда Сплинтера. И, пожалуй-ка, возьму змею Карай. Давай посмотрим, как у нас здесь с тобой получится. Поехали. Так, у него здесь, смотрите-ка, аж 3 бибопа. А ну-ка, давай-ка крик сделаем. Замедлили только одного. Теперь суперудар от Шреддера. Ёлки-палки, что-то команда какая-то у них крепкая. Так, ускоряет вражескую команду Мондагека. Ой-ой-ой-ой, не надо мне, пожалуйста, уничтожать морозильную кошку. Я знаю, что она у меня слабенькая, ребят. Ну что же, возьмем, наверное, провокацию на Тимми. Это, конечно, тоже плохо, потому что они могут сейчас его у меня разобрать. Хотя, подожди секунду, он стоит, причем довольно неплохо. Мы тоже ускорим себе команду за счет морозильной кошки. И будем сейчас с вами разбирать. Так, ну что же, в первую очередь, я думаю, нам нужно уничтожить вот этого бибопа. Так, минус. Отлично. Так, снимает негативы. В принципе, это зря было сделано. Так, бросают нам баллончик и блокируют спецвозможности. Ну что же, тогда мы с тобой, наверное, вот этого вот бибопа попробуем наказать. Ой-ой-ой, не получилось, если так. Шикарно. Так, Тимми пришел в нормальное состояние. Хиляться, я думаю, нам пока еще рановато. Давай попробуем с тобой Мондагека подбить. Нет, немножечко не получилось, а так если упал. Ну что же, остается у нас с вами Майки, ролевой и Бибоп. Давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Хотя они все под уклонением стоят, поэтому тяжело будет по ним попасть. А если я сделаю с разбега? Ай-яй-яй, не пробили, чуть-чуть не хватило нам. Ну ничего страшного, давай-ка вот так попробуем. Оу, морозильная кошка, ты круто. И не наказали. Ну что, я думаю, что Шреддер добьет. Да, ребята, практически равные были команды. Единственное, что, по-моему, Сплинтер у меня 60 уровня. А так, я считаю, что, в принципе, справедливый был бой. Так, и переходим мы с вами на 36-ю позицию. Ну, в любом случае, сегодня мы заберемся в Лигу Сёгунов 2 звезды. Это по любасику будет. Элли, Тиадо и Лавренс. Я смотрю, кто здесь самый слабый. По идее, вот эта команда самая слабая, да? Потому что здесь очень много серебра.
Ну и девушка, давай попробуем. Так, 53 уровень. Значит, мы с вами сделаем так. Возьму-ка я сюда Ванюшу. Возьму Паукуса, нейтрализатора. А в придачу к этой компании возьмем Тигра и Хана. И посмотрим, что у нас из этого получится. Так, смотрите, вот это вот троечка, да? Рафаэль, Бакстер и Донни самые противные. Надо будет их как можно быстрее наказать. И желательно бы вот Донателло пробить. Не вышло. А если мы вот так сделаем? Отлично. Найс. Так, Хана, значит, массовая атака. Ё-моё, а потом еще, наверное, и Бакстер Стокман, да, сделает массовую атаку. Если, конечно, успеет. А ну-ка, Ваня. Бакстер Стокман, нет, подождите, ребята, у меня есть шанс еще его подбить. Ну-ка, нейтрализатор, не подведи. Отлично. А ведь я бы мог потерять Хана. Вы видели, сколько у него оставалось здоровья. Там буквально плюнуть на него было, и он упал бы. Плохо. Ну, главное, что мы выстояли. Ну что же. Позиция у нас в данный момент 20-я. Наверное, еще где-то боя 2 нам придется сделать. Ахмед, Филипп и Хатем. Я думаю, что, наверное, выберем с вами Хатема. Поехали. Так, 54 уровень здесь максимальный. Я, значит, беру вот этих вот парнишек. И в придачу к этому я беру Усаги. Я думаю, что Усаги сейчас всех здесь накажет. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Ну что же, он будет первым у меня ходить. Поэтому делаем наш супер удар. С возможностью повесить на них постепенный урон, от которого они смогут погибнуть. Так, неплохо. Давай, наверное, сюда плюнем. Отлично. Теперь пульнем. Минус Бакстер Стокман. И, как видите, постепенный урон двух черепашек-ниндзя подбил. То есть, очень довольно быстрый бой был. Усаги все-таки рулит. Что ни говори, он вообще крут. И, ты посмотри, а, не переходим. Третья позиция. Значит, нам действительно нужно сделать еще один бой. И это будет у нас... Джулия, скорее всего. Да, это будет Джулия. Здесь я возьму Железную Голову. Здесь я возьму Карайку Змейка Вьюна. И ко всему этому... Это рискованно на самом деле, брать сюда Майки. Я, наверное, все-таки возьму сюда Рокзара, а уже после этого возьмем Майки. Вот так вот. Почему я взял Рокзара? Он провокатор. Ну, в принципе, Железная Голова тоже провокатор, но... Рокзар ходит первым. А, нет, смотри-ка, здесь Карайка почему-то у нас ходит первая. Ну что, Рокзарчик, вставай в провокацию. Хиляется. Кто бы мог что-то о другом подумать, да? А ну-ка, бомбим. Вот это круто. Вот это Железная Голова дает, а. Ребят, вы поняли, да? Что он просто с одного удара всех убивает. То есть 52-й... Ну, 52-й, 51-й... Короче, 50-й уровень Железная Голова валит на ура. У нас Лига Сёгунов 2 звезды. Я на 88-й позиции. И мы с вами продолжаем. Даниэль, да, и Люси. Я опять же смотрю, ребята, на левел. На левел и также сколько здесь игроков. Вот здесь, кстати, очень много серебра. Три персонажа в серебре, поэтому я буду брать, наверное, его. Это у нас Даниэль. Возьму Донни, Армагона. Возьму Зека. И знаешь, что хочу? Вот этих вот. Я рискую, я не спорю, ребят. Но хочется просто отыграть. Просто хочется отыграть. Так, Зек будет первым ходить, это понятное дело. Бросаем бомбочку. Неплохо, очень неплохо. И надеюсь, что Армагоша здесь всех подобьет своим астероидом. Найс. То есть в данный момент мы с вами отыграли именно Леонардо Фильм и Эйприл. Они у нас были слабенькими. Ну, а бонусы мы за них получим с вами. И я перелетаю на 74-ю позицию. Окей. Так, двигаемся дальше. Амар, Рома и Аарон. Я думаю... Воу, здесь вообще все в серебре. Так, Амар, давай-ка иди сюда. Слушайте, ребята, у нас с вами очень мало героев осталось. Наверное, это будет последний у нас бой. Берем Крипа.
подеремся, и после этого мы пойдем уже с вами на лигу. Хм. Стоит ли уклонение? Думаю, что стоит. Стоит нам это сделать. Так, дальше мы сделаем вот так вот. Теперь встанем в провокацию. И все. И все, ребята. И Бакстер Стокман вызывает волну. То есть постепенный урон. Ух ты. А, Донни выжил, потому что на нем не повесилась. Понятно. Ну, как видите, вообще все идеально. И здесь же у нас получилось. Ну что же, идем с вами на испытание День Лео. Так, я перемещаюсь на 61-ю позицию. Слушайте, ну я считаю, что это неплохо на самом деле. Я себе... Ох, у нас, кстати, 176 монет. Вот это круто. Так, идем с вами в магазин. Ёлки-палки, нам фартит сегодня. Смотрите-ка. Мы можем здесь приобрести нашего бибопчика. 5 ДНК. Покупаем с удовольствием. Так, еще 13 ДНК, и мы сможем его прапать. Так, теперь за монетки. За монетки мы можем с вами взять... Вау, давай вот так вот, наверное. 9 ДНК не хватает, да? И... Слушай, а мы не будем с вами тратить ничего. Мы в следующей серии еще возьмем 3 ДНК, да, на Донателло. И с вами прапаем его. То есть это надо будет нам еще 9 ДНК. 3 раза приобрести. Ну, здесь по монеткам, по жетонам точнее, пока ничего мы сделать не сможем. Я докупил себе, как видите, да, телепорты. Потратил там сколько, 1500, по-моему, если не ошибаюсь я. Так, здесь у нас... На этих нету, есть, есть, ребята, давайте разбивать на сюрикены. Дубликаты ДНК. Так, на бибопчике висит. Вау, тут аж 3150, это еще надо было в прошлой серии все обменять. Отлично. У Хана 70 сюриков получаем. Мондагека, я смотрю, Крип там тоже у нас имеет дубль. И вроде бы пока все. Кстати, смотрите, друзья мои, у Эйприл Кунаичи не хватает 4 ДНК, чтобы она получила 4 серебряные звезды, и сразу же она сможет перейти в золотой ранг. У Леонардо Ролевого 10 ДНК. Воу, скоро мы, кстати, получим новых персонажей. Я имею в виду не новых, а в плане в прокачке. Так, здесь тоже меняем. И вроде бы пока все, да? Пока все, друзья. Кто-то спросил из подписчиков: Рэй, покажи, сколько у тебя героев. Показываю, ребята, у меня все герои, кроме Майки Видения и Леонардо Видения. Остальные все персонажи есть. Причем здесь нам не хватает всего лишь 5 ДНК, а здесь 9. То есть все у нас впереди. Ну что же, переходим с вами на испытание. А, не День Лео, а Лига Лео. Вот как будет правильно. И как вы помните, у меня здесь ватненькие персонажи даются. То есть мы с вами здесь далеко, конечно, не убежим, но постараемся набить хоть что-то. Так, начинаем. А, здесь же автобой можно врубить. Потому что, ну, первые 3-4 волны у нас здесь пройдутся на изи. Бронированные тараканы. И последняя волна у нас... Кто там у нас стоит? Лео, Лео... Все Леонардо, короче, да? Ватненькие. Ну, другого ничего я не ожидал, конечно же. Первый бой. Идеальная победа. Они самые легкие. Так что, ребят, не стоит переживать. Леонардо Финн, кстати, неплохое ДНК, оно нам пригодится. Так, этот у нас есть, классика. Вот, вот этот вот Леонардик нам нужен. Сколько нам нужно было? 9 ДНК, если мы с вами пройдем, да, нам надо будет всего лишь 8. Но не забывай, что мы можем еще и пофармить. Кстати, да. Сейчас попробуем дойти до максимального с вами эпизода, а после уже попробуем пофармить. Может быть, нам кто-нибудь выпадет из Леонард, которые нам нужны. Так, ну что же, тут все падают, естественно. 20 уровень. Третья волна. Так, тут Леонардо Космос, Леонардо Видение и Леонардо Ролевой. Естественно, все падают. Ух ты, выжил. Смотри-ка. Хан, ты что-то слабоват, как-то слабенько ты ударил по Леонардо. Могли бы немножечко даже озвездюлиться.
Ну что же, этот Леонардо нам не нужен, а вот этот вот и вот этот. Остальные, короче, нам все нужны. Да, именно отсюда начинается отсчет тех самых черепашек Лео, которые нам очень сильно нужны. Ну что же, поехали. Так, ну, тараканы бронированные — это ерунда. Что-то хан какой-то слабый на самом деле. Даже крысиный король подбивает с легкостью этого бронированного таракана. А вот хан почему-то дает слабину. Так, кунаичи упала. Мутированная белка тоже упала. И последняя волна у нас здесь. Так, Лео. Ну, с ними разберемся. Вот единственное, что меня грибы раздражают. Сейчас, наверное, что-нибудь начну делать, да? Ну, как всегда, массовые атаки. Ну, так как у них уровень 20, особого повреждения мы с вами не получили. Все, отлично. Так, мы зарабатываем с вами еще одно нужное ДНК для нас. Это Леонардо Видение. И давай посмотрим, что мы можем, например, получить, если будем... Так, подожди, я вообще-то хотел глянуть. Ну вот, смотри, Леонардо Фильм и... Леонардо Видение. Но если мы с вами дальше пройдем, там у нас шансы увеличатся, потому что там будет больше черепашек, да, которых мы можем с вами вытащить. Соответственно, меньше тратим с вами телепортов, сыра и больше получаем выгоды. Так, минус таракан. Давай, минус еще один. Это уже 40-й уровень здесь. Хм. Слушайте, ребята, 40-й уровень. Смотрим, у меня кто самый слабый? Это будет хан. И вместе с ним крысиный король. То есть на следующем уровне уже будет большая опасность, что мы можем их потерять. Я могу только оставить кого? Ваньку Стиранка, да? Карайку. И все, в принципе, больше никого. Но это не вариант, конечно же. Тремя персонажами, двумя даже играть — это смерти подобно. Пока держимся, да? Пока вроде бы держимся. Так, а минус. Воу, Ванюша, молодец. Круто. Сразу начал с тяжелой артиллерии, да? Так, они мне сейчас будут хана бомбить или что? Ух ты, защиту. Нифига они там раздухарились. Надо будет им... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Потеряли мы с вами хана. Хан оказался ватным против черепашек. Слушай, ну на самом деле очень напряженно здесь. Постепенный урон подбил. Хан сдулся на 2 звезды. Меня вот этот вот расклад совсем не устраивает. Вот серьезно говорю, на 2 звездочки, но... Когда это было? Да хан, господи, подводит нас всегда. Ну что, переходим с вами на 5-й эпизод. Смотрим, какой здесь уровень. 55-й у всех. 55-й. Мне почему-то кажется, что вместо хана здесь лучше взять Шреддера. Почему, ребята? Во-первых, у него есть массовая атака. Во-вторых, он у нас хиллер. Поэтому, мне кажется, выгоднее его взять. Попробуем сейчас. Так, кунайчики. Ну, естественно, они не атакуют. Так, он встает в провокацию. Постепенный урон опять. Как же меня бесит, а, он. Шреддер, господи, ты даже не смог забомбить какую-то мутант-белку. Ну что же, первая волна пройдена удачно. Двигаемся дальше. Так, это у нас тля. Давай-ка сделаем смертельный поцелуй. Так, теперь, я думаю, сделать нужно супер-атаку от Шреддера. Как-то кисленько, да? Ванюшка под уклонением. Это круто, на самом деле. Угу. Крысиного короля заморозили. Ну что ж, давай массовую атаку сделаем. Ух, найс. Минус и... Нет, тут пока еще не минус. Слушай, не помешало бы, наверное, нам подхилиться. Потому что здоровье у Кирби желает оставлять лучшего. Ладно, посмотрим сейчас. Давай вот так вот сделаем. Добьем, может быть, все-таки мы эту крысу. Нет. Тогда вот так сделаем. Массовую атаку от крысиного короля. Ого, какие эти ребята живучие. Так, тихо. Ну-ка, Ванюшка. Угу. Значит, сплинтер, слэш. Вот здесь, наверное, мы с тобой отхилимся. Не будем рисковать. О, сейчас кому-то не повезет. Так, на Ванька, на Шреддера. Кого?
Кирби. Кирби лишается возможности у нас хилить. Блин. Так, давай, наверное, вот так вот сделаем. Черт подери, ребят, что-то как-то неудачно у нас тут все идет. Ага, а если так? Минус слэш, и остается Кейси. Отлично, ребята, нам повезло. Так, четвертая волна и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас массовые атаки есть? По-моему, не осталось, да? Сейчас, по-моему, кого-то разберу здесь. Ну, давай попробуем так сделать. Блин, мне нужен хил, а у меня нет возможности, понимаешь, применить его. По-моему, тут, ребят, у нас все очень плохо. Ну-ка, давай-ка попробуем сделать вот так. Может быть, заблокируем способности? Нет. Оу, еще и повысили атаку. Ребят, по-моему, сейчас кому-то крышка придет. Блин, Кирби не доживет, ребята, у нас. Точнее, не сможет он сделать свой отхил. Мы потеряли с вами короля, Шреддера. Какие же вы ватные. Блин, я офигею с вас. Господи, ватники из ватников. Да, друзья мои, в провокацию встает. Угу. Что-то мне кажется, что мы здесь с вами не пройдем этот уровень. Просто предчувствие какое-то. Посмотри, что они делают. Разбирает меня. Минус Ванюша. Ну и Карайка, естественно, здесь одна ничего не сделать не сможет. Постепенный урон. Даже уклонение нас здесь не выручает, как ты видишь. Да, друзья мои, делаем выводы. Команда наша, ну, просто ватная. Именно вот эти персонажи, которые здесь даны. Эх. Да. До 7-го эпизода я не добрался. Ну что, давай тогда здесь попробуем с тобой пофармить. Может быть, нам что-нибудь да выпадет хорошее. Кольцо крутости. 25 жетонов. В общем, выпадает... Воу, да ладно. 2 Леонардо видения. Вот это классно, на самом деле. Вот это круто. Ну вот этот мне не нужен. Дай мне, пожалуйста, Леонардо фильм, а? Будь так добр. Нет, дают всякие жетоны, всякую ерунду. По-моему, у меня сыр закончился, да? Да, друзья мои, больше я ничего не смогу сделать. Но на самом деле немножко грустно, да? Что мы не прошли 5-й эпизод, а 4-й на 3 звезды не успели. Тут вот можно было бы тоже, кстати, неплохо пофармить. Я, наверное, в следующей серии, когда мы пройдем, поиграем с вами в следующем испытании, да? Который, я надеюсь, пройдем, потому что там будет девичья сила. И мы хотели что с вами сделать? Мы хотели поиграть за девчонок, да? За девчонок. Например, дойти там до какого? До 4-го, до 5-го эпизода. И переключиться уже на нашу имбовую команду. Точнее, вот на эту. И допройти. Наверное, так все это дело у нас и будет. Так что, друзья мои, будем на этом закругляться. Так, секунду. Секунду. Так, давай здесь. И, кстати, да, у меня же очень много, по-моему, пиццы. И я ищу кое-что для зэка. Подожди-ка. Кое-что для зэка. Мы с вами должны прокачать ему вот эти вот навыки, да? Так, ну что, смотрите, наушники я уже накопил. Мне нужно накопить еще 4 Ч-планшета. Давай-ка попробуем вытянуть. О, удачно. Давай еще разок. К сожалению, не очень удачно. Угу. То есть еще нужно 2 Ч-планшета нам достать. И с этим у нас, наверное, будут большие проблемы. Так, еще один нашел. Последний. Ищем последний с вами, и все. С планшетами мы заканчиваем. Есть. Так, давай смотреть дальше. Нам нужно найти 10 очков. 10 очков, где они выпадают? Давай посмотрим. Ух ты, надо же. Сразу же выпало. Я много здесь тратить не буду, ребят. Так. А хотя, что я много не буду тратить? Я буду тратить, пока у меня есть пицца. Все равно мне ее некуда девать, верно? Верно. Так, слушай, ну очки выпадают намного лучше. Так, давай-ка вот здесь попробуем. Найс. Так, здесь плоховатенько. Здесь тоже один мутаген выпал. Да ладно. Все, удача отвернулась от меня, я так понимаю, да? И кончилась пицца. Друзья мои, у меня 25 тысяч мутагена. Я в этой серии не буду никого апать.
Потому что если я сейчас потрачу мутаген, нам на следующей серии не получится никого прапать. А нам еще не забывайте, нужно сделать будут задания ежедневные. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.